Недовольство владельцев кингисеппских квартир разнообразием управляющих компаний растет изо дня в день. Не в силах разобраться в работе обслуживающих их дома специалистов, жители обращаются в средства массовой информации. Своим негодованием по поводу ситуации, сложившейся с управлением домом 21А по проспекту Карла Маркса, с кингисеппскими зрителями пожелала поделиться Елена Вадимовна Терзалова. После пожара на первом этаже от короткого замыкания очаг неизвестен, в каком месте загорелись. Виновных нет, кто владелец, неизвестно. А в каком помещении, в квартире или где? Нет, в магазине. И сильно сгорело? Ну, пострадали все. Дом признан аварийным. Елена Вадимовна показывает документы, по которым дом признан нежилым. После того происшествия жильцам было обещано произвести капитальные ремонты, причем почему-то в количестве трех. Под план, заверенный администрацией, по какого должен восстанавливаться, какие ремонты. С 29.01.10 по 13-го, пожалуйста. И никакие ремонты не производятся? Говорят, что произвели. Документы нигде не... Что ремонт заключался? А вот хотелось бы... Мы не видим, в чем. Зато на стенах жилья видны трещины. Елена Вадимовна утверждает, что они появились именно после того пожара. Хозяева наиболее пострадавших квартир делали косметический ремонт внутри за свой счет. Теперь желают восстановить справедливость. И хотя бы увидеть документы, подтверждающие тот факт, что ремонт дома был и снаружи. В этом им отказывают по причине того, что всем и каждому не положено. И пока лабиринт ситуации в этом доме приводит лишь в тупик.